канале «Вкусные истории» и я, Наталья Михайлова. Сегодня я хочу приготовить пиццу и поделюсь с вами своим рецептом. Давайте начнем. Итак, давайте мы приступим. Здесь у меня 2,5 стакана муки. Чайную ложку сахара и пол чайной ложки соли мы высыпаем все в муку. Сюда же добавляем полную чайную ложку сухих дрожжей. Все это хорошенечко перемешиваем. Добавляем 1 столовую ложку масла. Я считаю, что оливковое масло не принципиально, поэтому я наливаю подсолнечное. Оливкового у меня нет. С подсолнечным точно так же получается, ничем не отличается. Теперь я эту жидкость масла с водой выливаю в муку и начинаю замешивать тесто. Все, тесто наше готово. Оно будет казаться туговатое, но это не так. Для пиццы как раз такое тесто и надо. Оно еще немножко подойдет. Посуду смазываем маслом подсолнечным. И кладем туда тесто, ставим в теплое место, пока оно не подойдет. Все, будем ждать, пока подойдет наше тесто, потом будем делать пиццу. Итак, прошло полчаса, тесто наше поднялось, стало мягкое, нежное. Сейчас мы его еще подмешаем немножко. И можно будет разделывать пиццу. Так, вот этого кусочка я разделю, наверное, на две пиццы. Этот я уберу, пусть ждет своего часа. Этот будем раскатывать. Так. Формочка для пиццы у меня вот такая вот. 24, по-моему, сантиметра она. Тесто присыпаем, стол присыпаем мукой и начинаем раскатывать. Формочку я слегка смазываю маслом. Кладу в нее тесто.
Тесто я смазываю соусом, томатная паста и майонез. Выкладываю колбаску. Наверх выкладываем помидорки. И сыр. И все. Пицца пошла в духовку. Ну что, пицца наша готова. Посмотрите, какая она получилась красивая и аппетитная. Сейчас я разрежу и покажу, какая она будет в разрезе. Смотрите, какая пицца получилась нежная, какая тоненькая, мягкая, какое тесто тоненькое. И пицца очень вкусная. Пробуйте, пеките, делайте. Всем пока, приятного аппетита!